Бесплатная уборка для ветеранов. В Тюмени клининговая компания запустила акцию «Ко дню Победы». Все желающие могут помочь пожилым людям навести порядок в квартирах. Для этого 15% от суммы каждого заказа специалисты фирмы будут перечислять в фонд помощи ветеранам. Например, генуборка квартиры площадью 40 квадратов стоит 2500 рублей. 375 из них уйдут на поддержку пенсионеров. Мы не раз ходим к пожилым людям и видим, как они живут, что у некоторых детей нет, что они обиходить себя вообще не могут. Сейчас хотелось бы помочь ветеранам. Их не так-то уж много осталось на нашей земле. Акция будет действовать до 9 мая. Участники смогут проконтролировать, как будут потрачены деньги. После проделанной работы специалисты компании будут выкладывать видеоотчеты. Найти его можно в социальной сети ВКонтакте в группе «Катюша-72».